одна группа делится пополам, стена будет приходить в середину вот этого проема. Вот эта стена сносится, попадаем в зал. Вот зал. Вот эта стена впереди тоже сносится. И вот эта стена сносится, и получается, мы попадаем в следующий зал. Здесь проем зашивается, стенка, соответственно, посередине. Это уже соседний арендатор. Мокрая точка вот здесь, за дверями. Обсуждается вопрос организации мокрой зоны вот здесь. Это все единое пространство, вот этой стены впереди нет, и вот этой стены тоже нет.